Доброе утро всем. У нас приятное утро, достаточно теплое. Листья летят вовсю теперь. Видите, так все быстро вдруг произошло, то как бы зеленые, потом сразу желтые, теперь они уже по дороге их телепает ветром. Все, что нам надо, это хороший дождь, и вообще у нас будут голые деревья некоторые. Мы с Дяшком едем к маме. Я его сброшу туда и еду на похороны. На похороны моей подруги, мамы моей подруги, православную церковь. Я знала об этой церкви уже давно, что многие наши ходят туда. Там как бы, по идее, американская церковь, но я так понимаю, что пастор сам русскоговорящий, но делает службу не пастор, а священник, да? Но делает службы на английском. В общем, мой первый раз, так что еду. Ох, листья прям атакуют, прям атакуют. Красота. Я закончила, я уже уезжаю. Вы знаете, за всю свою жизнь я никогда не была на православных похоронах. И вообще это мой первый раз в православной церкви за 20 лет. Последний раз я была в православной церкви, это Анжелике было, не было еще года. Я еще продолжала туда ходить. Нашли нашу церковь и, в общем, ходили туда. Интересная служба, красивая. Церковь достаточно традиционная, прям по старинке, никаких лавок. Ну, лавочки были прям под окнами. А вообще, как бы, лавочек не было, прям как в Украине, я помню. Потому что я здесь ходила в другую православную церковь, там были лавочки, как в американских церквях. Вот. Было интересно, что после службы у каждого был шанс подойти, да, попрощаться с покойницей. Потом ее вынесли из церкви и сделали круг вокруг церкви и похоронили ее прямо вот на восточной стороне церкви. У них там небольшое кладбище, там всего, я не знаю, могилы 3-4, наверное, было до нее. И после этого был обед, так что я поела. Мне мама звонит, что ей нужна моя помощь. У нас тут как бы начинается дождик моросить, так что я еду домой. То есть еду к маме.
бабушка здесь себе вот тут уже копала. Помните, она я говорила, что ногу себе хуже сделала. Здесь у нее чечевица растет. В общем, здесь надо Габриэлу это перекопать, а не бабушке. И здесь тоже, чтобы для удобрения было. А чай уже... Ой, чай. Видно, мне чай хочется. Дождь начинает идти. Может, сегодня и не приедет он копать, не знаю. Хризантемки. Мамины цветут. Красотки. Я почаевала у мамы некоторое время. Джашек я оставила. У нас как бы моросить перестала. Я все-таки думаю, наверное, привезу Габриэла и перекопать огород. И в школе у нас сейчас проходит книжная ярмарка. И мне Тринити уши прожужжала. Но она как бы просила денег. Просила денег, чтобы купить книжечку. Я говорю, я хочу быть там и видеть, какую книжечку мы покупаем. То же самое со Скарли. В общем, они написали, что от 3 до 4 родители могут приходить и тоже на эту ярмарку. Так что я думаю, я припаркуюсь, зайду в школу, и мы вместе пойдем посмотрим на книжечки. Потом, наверное, я завезу Габриэла домой, чтобы он переоделся, и мы поедем к бабушке обратно. Okay, look around, baby. There's a pigeon one. Right there. You'll get scared, because I'm a guy. Yeah. У Габриэла завтра письменный тест на права, но в колледже. Там быстрее там можно сделать прием. Нам все равно придется стоять очередь в DMV, чтобы это. Мы сделали глазной экзамен на зрение, в общем, да, проверили зрение перед тем, как ему дадут разрешение. Но он мне уже тут угрожает, что с пятницы он начинает водить и учиться. Я говорю, ой, отстань от меня. Он говорит, я с тобой не буду, ты будешь бояться меня, как я буду водить. Так что с папой. Why do we have light on? You reading? Ладно, мы скупились, девчонки там себе и блокнотики купили, книжки купили, всякую фигню купили. Едем к бабушке, мы переоделись дома. Такая тарелка у Габриэла. Мясо, макароны, малосольные огурцы. У меня так, поскромнее немножко. Я просто с подливкой поел и пошел на работу. Yeah, break that. Don't go too, like, you want to make sure that all of it is going to be, I think you're going to get a little bit too far. Too deep? Like, I would, no. You're not going too deep. No. Oh. You need to make sure the whole thing is up. See, if you went less, like, put your shovel in here somewhere. Right here? You're not listening. Все, мы почти закончили. Молодец, Габриэл. Good job. Еще несколько раз, и все. И огород скопан. Сделали, мама, мы с него садовника, да? Да. Да. Я говорю, Габриэл, тебе надо научиться, как это, вот эти клумбы тебе построить нормальные, а не то, что ты тут накрутила. Да, пойду, мама тоже копает. Бабушка заплатит. Да? А что мне копать надо? Понятно. Ой, не надо. Бабушка тут его уже докормила, потому что не все съел. Кофе напоила, шоколадом угостила. И даже это самое, гранат дает с собой. У нас он любитель. Анжелике уже елочка маленькая стоит. Их кто-то подарил, по-моему, на день рождения. Ой, кто-то маленький.
бабушка вырезала цветочков нам. В общем, мы едем сейчас... No, not going away. Settle down. В церковь сбросим эту девочку. Ой, что у нас тут было, что у нас тут было. Я потом расскажу, как я Анжелику с работы забирала. Это что-то. Это что-то. Ноябрьская погода. В общем, у нас тут сирены выли. Что хочешь тут? Нашу лодку снесло тут немного. Слышите, да? Показать вам сегодня утром, как что происходит. Что у нас вчера происходило. Видите, лодку перегородила нам. Сейчас покажу. Вот какие... Видно, у нас была мини-торнадо. Смотрите, как ее перекосило. Она стояла пряменько за машиной, да? Смотрите. Буквально. Хотя, не знаю, может, и трахнула ее. Потому что тут... краска побита, не знаю. Ну вот, видите, толкнула лодку в машину Анжеликина. Вот так ее на перекосяк перевернула. Я приехала домой, я охренела. Я потом расскажу, как это все... Ой, мама родная. Смотрите, как ее прям занесло сюда. Ветка. Соседи с дерева. Видите, она пряменько стояла. Ее сюда занесло. Интересно, поломалась она или нет. Эта штука. Вот так. Я иду в дом. Обычно я между вот этим воском и лодкой иду. Я не могла пройти. Захожу, Дэнни, лодку в машину толкнула. И он проверил, говорит, какие-то миллиметры считанные, все нормально. Итак, что же я вам хотела рассказать? Следующее утро, как вы понимаете. В общем, вчера мы сбросили Скарлетт в церковь. Я приехала домой, у меня вот это окно не закрывалось. У меня после аварии его нельзя было трогать. И день до этого Дэнни забыл и спустил окно. И после этого его нельзя было закрыть. И, в общем, я знала, что у нас как бы дождь должен быть, да. Я оставила машину дома, взяла Джульетта на машину, дала Дэнни ключи, чтобы он попробовал это окно закрыть, потому что я не могла. И поехала за Анжеликой. Ну, в общем, весь день у нас так, знаете, вот моросило там, пару капель сям. Короче, я думаю, может, это и есть весь дождь. Я забрала Анжелику на Джульеттиной машине. Мы поехали, короче, вначале я выезжаю на скоростную дорогу, начинается дождь. Так себе, знаете. А я не могу врубиться, как эти дворники работают у Джульетты. Я говорю, так мне надо это самое, сойти со скоростной дороги, потому что я не соображаю, ни хрена не вижу. В общем, сошли мы с дороги. Я наконец-то сообразила, как это все работает. Но мы решили ехать городом. Так как мы ехали городом, думаю, заедем в Олабауча. Анжелика захотела суши, я захотела кофе. В общем, мы взяли то, что хотели. И я ее привезла домой, сбросила. Ну, после этого еду домой на скоростной дороге, так как я уже знаю, как что работает. В общем, я еду по скоростной дороге домой и вижу небо прям вспышки такие. Я уже, а телефон мой на заднем сиденье, потому что у Джульетты нету так сиденья посредине. В общем, неудобно сумочку там держать. Уже думала схватить телефон оттуда, чтобы снять небо. И вдруг, как из ведра начинает лить. Я сразу... Я ничего не вижу. Я сразу давай... Ну, чуть ли я не останавливаюсь на скоростной дороге. Боюсь, что меня сейчас кто-нибудь бахнет сзади. И пытаюсь во все глаза смотреть, как отсюда выехать. Пропустила один экзит. Я хотела сразу со скоростной дороги
выйти, не успела, пропустила этот выход на город. И, в общем, потом, ну, как бы знаю, что он где-то здесь, а его не вижу, знаете, и страшно выехать куда-то не туда. И, в общем, вижу огни машины впереди меня, и, в общем, пытаюсь за ней ехать. И вот еле-еле ползла, а и в это время сразу на телефон мне приходит предупреждение, что торнадо... А, ну, короче, предупреждение какой-то погоды. Я думала, может, и потоп, потому что сильный этот самый. Сильный дождь. И в то же время у меня Тринкино лекарство. Будильник начинается. Это все пищит. И потом я слышу сирены. Я так испугалась, а вы не представляете. Сирены означают, что торнадо. Значит, я в этой... погоде, ничего не вижу, еле ползу, знаю, что где-то тут рядом торнадо, потому что просто сирены не включают. Включают сирены, когда вот реально есть опасность. И так прям неожиданно, значит, что-то происходит. Блин, я вслух кричала: «Господи, помоги! Господи, прости меня и помоги!» И сама не знаю... и это... телефон долбанный, этот будильник, пи-пи-пи-пи-пи-пи, я не то, что я не могу от руля вообще руку убрать, я еле выехала на городскую дорогу, та, которая присоединяется к нашему соседству, и, короче, я еду, наконец-то, знаете, ливень все так же льет, наконец-то я это самое, дотянулась до телефона, отключила эту фрикин, эту... будильник. Тут звонит Дэнни. А я не знаю, куда ехать. Я говорю: «Дэнни, куда мне ехать?» Он говорит: «Ты где?» Я говорю: «Я вот только в соседство заехала». Говорит: «Езжай домой», говорит, «торнадо уже где-то там, в другой стороне». Я говорю: «Хорошо». Короче, приезжай домой. Наконец-то, и дождь так более-менее начал утихать. Ну, льет, но не так, как было на дороге скоростно. Я выхожу, вижу, какие-то ветки валяются, думаю: о, а потом вижу, что лодка, это самое, перекосячила, я так: о, май гуднес. А я, короче, это самое, потом пошла, говорю: «Дэнни, что там происходит?» Дэнни, а Дэнни как раз это самое говорит, что я пошел на интернет, давай же смотреть, как твое окно закрыть, потому что он просто тоже не мог закрыть. А, я говорит, я уже выхожу, а я ж там его загородила, это окно, таким, не то брезентом, не то это самое, ну, короче, чтобы дождь не мочил мне машину. И он снял этот брезент, и давай работать над окном, и тут, говорит, вдруг как, блин, польет, подует, и мы удрали в дом. Я говорит, этот брезент тебе на сиденье положил, чтобы его хоть не замочило. И, короче... А я говорю, я приезжаю домой, окно настежь открыто. Никто ничего не сделал. В общем, просто не успела. Но потом уже посреди ночи это все сделал. Закрыл мне окно. Отключил мотор, чтобы никто не мог его назад открыть. Надо заняться этими страховками и починкой машины. Просто никак не доходят руки до этого. Так что вот такая у нас ночка была, такой у нас вечер был. Но слава Богу, все живы-здоровы. Слава Богу. Я говорю, благодарна, что меня охранял, потому что я реально штаны обделала почти. Ну, в общем. А если бы не остановились и не покупали кофе, я бы успела прям домой. До этого всего, вы понимаете. Ладно, я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч и бай-бай.